Сегодня в Казани прошло выездное совещание Совета безопасности в Приволжском федеральном округе. В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, полпред президентов ПФО Михаил Бабич, руководители регионов округа, в том числе и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В повестке дня выездного заседания Совета безопасности два обширных вопроса. Противодействие и профилактика терроризма и экстремизма, а также вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Михаил Бабич отметил, эти явления – основная угроза дестабилизации социально-политической ситуации. В 2014-15 годах на территории региона не зафиксированы теракты, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Однако за последние годы в ПФО отмечен рост миграции, и это вызывает опасения. По словам полпреда президента, 45% мигрантов в прошлом году прибывали на территории регионов округа незаконно. Критику секретаря Совета безопасности Николая Патрушева вызвала и недостаточная работа в регионах по противодействию компьютерным угрозам. По его словам, в мире пострадало более 150 тысяч пользователей региона ПФО, также не удалось избежать последствий. Кроме того, на совещании обсудили вопросы безопасности накануне чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.